Ищенко, предварительная оценка лучшая. 9675. Года нашему гимнасту, он из города Грозного, тренируется в спортивном обществе «Динамо», мастер спорта международного класса. Владимир Марченко уже добивался довольно значительных успехов на крупных международных турнирах. На чемпионате Европы в 1973 году состоялся его такой настоящий большой дебют. Он на нескольких снарядах выступал в финалах. Затем был участником нашей команды на чемпионате мира в Варне в 1974 году, где в упражнениях на брусьях завоевал бронзовую медаль.